А вот я хотела спросить, Людмила, вы можно много качеств, столько, сколько вот нужно взращивать одновременно? Да, да. Когда я впервые об этом прочитала, там, значит, была написана такая вещь. Вот раз, вот неделю отведите на это качество, потом неделю отводите на следующее качество. Одновременно можно несколько, потому что не бывает, даже мы, у нас очень много недостатков. И, кстати, себя тоже нужно хвалить. И, кстати, метод Сильва очень хорошо здесь помогает. Вы представляете в методе Сильва, в зеркале сознания, синие рамки, что ваш ребенок, например, неаккуратный там, или нечестный, он врет все время вам. И в зеркале золотой рамки вы представляете, что он честный, и вы представляете, что вы его хвалите. Но, скажем, про честность, ребенок часто врет, не фантазирует, а врет вам. Вот. И когда он вам скажет правду, нужно это похвалить, сказать, давай, дай пожму твою мужественную руку. Знаешь, вот это настоящая смелость, что ты мне сказал правду. Вот то, что ты признался. Вот. Вот скажите, сейчас пожать мужественную руку, это детям достаточно? Мне кажется, им там... Нет, ваша реакция нужна. Ваша положительная реакция, эмоция. Не важно, что вы скажете. Понятно. Угу. А важно, как вы отреагируете. И вообще на вашу реакцию смотрят дети очень здорово.